Приветствую всех подписчиков моего канала. Прошлое видео про Honda Accord 2020 модельного года стало одним из самых популярных на канале. Поэтому спешу вас порадовать новостью о выходе новой Honda Accord 2021 модельного года. И под прошлым видео многие говорили, что Camry не конкурент Accord. Но ведь ранее Camry вытеснила Accord с рынка и ему пришлось уйти. Но что же делать теперь, когда вышло обновление? Пишите свое мнение по этому поводу в комментариях. Все-таки Camry или новый Accord? А может Kia K5? Кто знает. А перед тем, как начать, не забудьте подписаться на канал и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Итак, обновленный Honda Accord. На рынке Северной Америки Honda Accord очень популярна и продается в среднем по 300 тысяч автомобилей в год. Изменения коснулись в первую очередь передней части автомобиля. Теперь радиаторная решетка стала шире для того, чтобы получилось интегрировать радар в решетку автомобиля. Изменилась форма противотуманных фар. Также улучшен ближний свет и дальний свет фар. Увеличилась дальность и ширина освещаемой площади. Боковая и задняя часть изменились только по нижней части складки кузова, которая идет от дверей и выходит на заднем бампере. Также изменилась задняя вставка возле выхлопных отверстий. И в гамме появился новый цвет кузова – серый, а называется он Sony Gray Pearl. Доступен в комплектации Sport, Sport Special Edition и Touring. Кузов автомобиля по-прежнему напоминает форму лифтбека. Это еще один плюс в пользу Аккорда. Camry не смотрится так же стремительно. Хочется напомнить, что кузов Honda Accord, так же как и в дорестайлинговой версии, состоит на 54% из высокопрочной стали. И это говорит о том, что кузов имеет хорошую прочность и, соответственно, пассивную безопасность. Ну и, конечно же, не забываем, что кузов также сильно влияет на управляемость автомобилем. Салон новой Honda Accord не получил серьезных изменений, но тем не менее он по-прежнему выглядит очень круто и современно. Теперь даже в начальной комплектации устанавливается 8-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, которая поддерживает системы Android Auto и Apple CarPlay. В автомобиле увеличилось число USB портов. Теперь их 4 плюс 12-вольтная розетка. Доступна цифровая панель приборов, экран которой составляет 7 дюймов. Также автомобиль может оснащаться 6-дюймовым проекционным экраном. Выбор режимов автоматической коробки передач выполняется с помощью кнопок на центральном тоннеле. Стояночный тормоз электромеханический. Также остались аналоговыми крутилки мультимедийной системы и климат-контроля. В автомобиле имеется подогрев и вентиляция передних сидений. Также доступна система активного шумоподавления с 3 микрофонами в разных частях салона. За пассивную безопасность отвечают 8 подушек безопасности, в числе которых 2 коленных подушки. За активную безопасность отвечает комплекс Honda Sensing, который включает в себя активный круиз-контроль, систему автоматического торможения, слежение за разметкой, а также систему камер кругового обзора. Теперь, что касается обновлений в технической части, они небольшие, но тоже есть. Двигателя по объему остались прежние, 1,5 литра и 2 литра турбо. Но изменились прошивки. Производители заявляют, что улучшена реакция дроссельной заслонки. Гибридные модели получили увеличенный запас хода в электрическом режиме. Адаптивный круиз-контроль теперь обеспечивает более плавное торможение, а система удержания автомобиля в полосе теперь более естественно корректирует руль в движении. Также из новых функций теперь Honda Accord при выходе из автомобиля напоминает о том, что вы забыли на заднем сидении, например, домашнее животное или ребенка. Для работы нового ассистента при торможении на низких скоростях используется гидролокатор. Также в автопарковщике доступна возможность полностью автоматически остановить автомобиль, чтобы избежать столкновений на парковке. Теперь доступна новая комплектация Sport Special Edition. Автомобиль уже в стандартной комплектации оснащен кожаной обивкой сидений. Водительское кресло регулируется в 12 плоскостях, подогревом зеркал, дистанционным запуском двигателя. Автомобиль получил новый дизайн колесных дисков. В базе автомобиль оснащается 17-дюймовыми дисками, а в максимальных уже 19-дюймовыми. Также напомню, что багажник в автомобиле имеет 473 литра. Уже в базе спинки задних сидений складываются в пропорции 60 на 40. Что касается ездовых характеристик, то Honda Accord построен на той же платформе, что и новая Honda CR-V и Honda Civic. У этой платформы идеальная развесовка для переднеприводного
обычного автомобиля 60 на 40. Спереди подвеска Макферсон, а сзади многорычажка. Как дополнение, Honda Accord может оснащаться адаптивными амортизаторами с двумя вариантами настроек. Как видите, если сравнивать Accord с Camry, то виден совершенно разный подход. Camry имеет только атмосферные движки, а Accord только турбомоторы. Accord поставляется либо с 1,5-литровой турбочетверкой, которая выдает 192 лошадиные силы и 260 ньютон-метров крутящего момента. Работает этот двигатель с бесступенчатым вариатором. Разгонная динамика такого автомобиля составляет 8,5 секунд, а расход всего 7 литров бензина в смешанном цикле. Если сравнить с Camry, например, 2,5, то Honda выигрывает во всем. Топовый мотор для Honda Accord 2 литра турбо, который выдает 252 лошадиных силы и 370 ньютон-метров крутящего момента. Между прочим, это дефорсированная версия двигателя, который устанавливается на Honda Civic Type R. До первой сотни такой Accord разгоняется за 6,5 секунд. И что радует, такая версия оснащается 10-ступенчатым автоматом с гидротрансформатором. Ранее возможно было заказать автомобиль с механической коробкой передач, однако спрос оказался слишком маленьким, а теперь получить автомобиль с механикой нельзя. В прошлом видео в комментариях все говорили, а как же гибридная модификация? Да-да, она тоже имеет место быть, и она доступна в продаже. Включает в себя 2-литровый атмосферный двигатель, работающий по циклу Аткинсона, и вдобавок 2 электродвигателя. Один из них подключен к двигателю внутреннего сгорания и работает в режиме генератора, а второй вращает ведущие колеса. Но на высоких скоростях бензиновый двигатель подключается к колесам уже напрямую. Но как и прежде, гибридная версия не имеет возможности заряжаться от сети. Цены на автомобиль в США стартуют от $24,700. Гибридная версия стоит ориентировочно $26,500, а за топовую комплектацию придется отдать $36,000. Продажи автомобиля стартовали 13 октября. Предварительно известно, что у нас могут появиться комплектации с 1,5-литровым двигателем, чтобы конкурировать с 2,5-литровыми Camry, Mazda 6 и так далее. Как вам обновленный Honda Accord 2021 модельного года? Пишите свое мнение в комментариях. Обязательно делитесь этим видео, это очень важно. Чем больше будет интерес к этой модели, тем быстрее она появится в России. Нужен сайт. Кто бы мне помог?
Студия веб-дизайна elitedesign.ru – это эксклюзивные имиджевые дизайны. Студия веб-дизайна elitedesign.ru – это ваши идеи, воплощенные в реальность. Студия веб-дизайна elitedesign.ru – это качественное обслуживание и поддержка. Студия веб-дизайна elitedesign.ru – от идеи к результату.